Дорогие друзья, всем привет, с вами Богдан. В общем, я никуда не пропал, если что, я никуда не пропадал. Просто проблема сейчас такая есть одна, это то, что ну, реально нечего снимать, к сожалению. К сожалению, нет ничего такого, чтобы можно было поснимать. Одно и то же как-то не хочется, хочется чего-то нового, а нового-то, по сути, нормального и нет. Но, слава богу, вот кое-что здесь появилось. Игра называется «Оно», первая часть. Remains, я не помню, как Remains переводится, да похуй. Короче, настройки охрененные, настройки мне нравятся. Поэтому погнали. Давайте поиграем в «Оно». Мы в одну игру уже играли. Ага. Hello. Hello, Minecraft. Мы начинаем, блядь. Так, хорошо, я понял, где ходить, по как поворачиваться. Цикаво. Забор, деревья. Ух ты. Нихуя себе. Ебать. Ебать звучок. Капец. Неплохо, неплохо. Уже навеивает ужасом. Понял. Палка. Ох, блядь, ебать, громкая музыка, я ничего не слышу. Понял, надо сюда. Итак, давай. Надо чуть-чуть тише сделать, ребята, то пиздец как громко. Пиздец как громко. Итак, мы в хате. Свечечки, интересно. Дверь заблокирована, понятно. Дверь заблокирована. Какой-то щит. Меч. Ё-моё. Планшет выключился у меня сам по себе. Ну, в общем, все хорошо. Так. Эта дверь открывается? Ну, хоть какая-то дверь-то должна открываться, понятное дело. А... У Тибузи это клоун! Вы посмотрите, это клоун! Что за персона здесь живет? Наверное, здесь живет клоун, блядь. Я хочу закрыть двери. Спасибо. Я не уверен, что это такое. Все нормально, это китаец. Все хорошо. Так, что? У записон. Я покинул, я ухожу из этого дома. Я не могу быть следующим днем. Эти страшные звуки, какие-то вещи изменяют. Что-то меняет расположение. Вещи меняют расположение. И я клянусь, я видел какого-то клоуна. Я не должен идти в ванную. Доктор Ваня. Ваня, ебать. А хули я сюда пришел? Ёбаный свет. Ладно. Ключик. Возьми ключик. Ключик. Ключик не берется. Возьми ключик, блядь. Ключик, блядь! Возьми ключик. Не берется ключик. Ну охуеть. Что за звуки? Блядь. Игра, честно говоря, скриповая какая-то. Ну ладно. А этот шкафчик открывается? А, тут пусто. На кровать можно лечь. Ага, это типа я сплю. Ну нихуя себе. Что случилось? Блять. Hello, my name is Pennywise. Блять. Ты страшный мудак. А я могу взять ключик? Слишком темно. Охуеть, блять. Ты серьезно не видишь? Я вижу эту гребаную тумбочку. И вижу этого придурка. Блять. Сука, мне страшно, нахуй. Это надо взять. Блять, повернись обратно, повернись обратно. У меня есть ёбаный светильник. Я тебя подожгу. Иди нахер. Бля, он меня как-то пугает. Серьезно, где он? Ну хули он там стоит? Ёбаный клоун. Я взял ключ. И что мне теперь делать? Эй! Дебил! Дебилоид!
Дебилоид, блядь. Ну а ты че? А у него эта хуйня была или нет? Эти очки. Понятно. Я так понимаю... Ага. То есть у меня ключ именно для этой двери. Да иди нахер. Давай, открывай. Ты еще там? Этот дебил пропал. Ну круто, блядь. А я сейчас туда должен пойти, да? Я понимаю, что тут скрипты. Но, блядь. Вы чё? Люби, друзья. Понятно, слава богу. Хаба, блядь! Никого нету. Ой, блядь, пиздец. О-хо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 . Возьми меч, возьми меч, вот реально, возьми меч и рубани его. Хули вы все персонажи этих хоррор-игр такие тупые? Эта дверь открывается, чудесно, я счастлив. Эта дверь тоже открывается. Какую же, блядь, пойти? И там пиздец. Ну что ж, выбирать не приходится, возьмем правую. Понял, пойду в левую. Хорошо, не проблема. Пеннивайз пошел гулять. Я могу и здесь побыть. Ага, записан. Я думаю, какая-то статуя двигалась, я не уверен. Я начинаю думать, что это мои иллюзии, но в любом случае. Я общался с бывшим владельцем дома. И спрашивал страшных вещах, что случилось. Он посмотрел на меня с грустным лицом. Подумал, ну ебать ты и лошара, что это такое? Комбунт... Компут. Компот? Компот А. Окей. Это компот А. Я найду компот Б, и все будет хорошо. Этот педрило пошел в ту сторону. Ну, сука. Сука. Блять, не хочу. Мне нахуй страшно. Что это такое? Может, вот сюда? Ага. Окей, я разобрался, куда компоты ставить. Это хорошо. Записан. А плюс Б плюс С Corrosive Solution. Какая-то, короче, смесь. Короче, будет весело. Еще одна записка. Я не хочу идти обратно вниз в подвал, в бейзмент. Понятно. Я, по-моему, ванную неправильно перевел. Так что я поставил замок, который нашел в подвале. Он очень старый, но я думаю, это сработает. Доктор Иван. Доктор Иван. Что за хуйня? Блять. Я не хочу. Сука, я не знаю, чего ждать. О, солюшен. А, блять. Еще одна записка. Я не... Сейчас я уверен, что что-то рядом со мной. Но... Что это было? Я не планирую вернуться обратно в подвал. Заебали с этим подвалом? Что вы меня так пугаете этим подвалом? Серьезно. Пеннивайз живет в подвале. Охуенно, блядь. Что это? Компот Б. Компот Б поставлен. Фух. Две двери. Итак. Бочка. Ага. Я понял. Итак, компот С, наверное, был подобран. Мы делаем супер компот. И чё? А, походу, нужна колбочка... Ага, компот D. Corrosive Compound. Я не знаю, зачем это, но... У нас теперь есть какая-то наркота, это чудесно. Вниз я не хочу. Пойду сюда. Ага, блядь. В рот ебал я идти сюда. Понятно, это, походу, дверь. Которая возвращает меня обратно.
Значит, походу меня тупо направляют в этот грёбаный подвал. Ой, сука. Но здесь замок. А вон ключик, понятно. Понятно. А, это не ключик. Я поговорил со старым владельцем. Я спросил у старого лица, живет ли там что-нибудь еще. Но он сказал, только сказал мне, что если я видел что-нибудь, я не мог это разглядеть. Я не понимаю, о чем он говорит. А может, вот это надо? Да, это, короче, сера какая-то. Блять, пизда. Нам пизда. Хе-хе-ха-ха. Ха-ха-ха, нам пизда. Ёб твою ж мать. Какого хера? Блять, не надо так дергать экран. Вот нахуя, там же написано по запискам было, что не надо ходить в этот подвал. Нет, ты туда пошел. Ну, блять, молодец. Еще и записончики тут кто-то оставил. Ну, охуеть. Да возьми ты гребаную записку. Не берется. Не нажимается. Ладно. Записки не сохраняются. Что-то работает. Блять, он здоровый, этот подвал. А что мне, собственно, здесь делать вот надо? Ну вот я вот вообще не могу догнать. Сказали тебе, не иди сюда, придурок. I need bone key. Костяной ключ. Костяной ключ не сломается? Ну, кости вроде крепкие. Я в меди учусь, я знаю. Ручной ключ. В общем, костяной ключ, ручной ключ. А членный ключ есть? А то как-то ключи, я смотрю, анатомически. Ящик. Мясо. Что такое? Ты кто такой? А, это Пеннивайз. Блять, что тебе надо? Он типа уже может за мной гоняться? Ебанутые, ебанутые люди. Походу, это был скример. Блять. Боже ж мать, что за нахуй? Нахуя мне мясо? Короче, надо это приготовить, походу. Ой, вашу ж мать, вашу ж мать, вашу ж мать. Так, хорошо. Ёбаный стыд. Понятно, понятно. Ничего тут не открыто. Чудесно. Записку можешь прочитать, нет? Ну иди нахуй. Второй этаж. Стеклянный еще какой-то. Я тут вижу просветы. А, решетчатый просто. Что за... Логично. Я, конечно... Ниц карбон. Какой-то транспортирующий хуй, который мне, наверное, что-то должен писать. Мне надо найти либо порох, либо что-то такое. Понял. Ой, блядь. Опять оно? Привет, Пеннивайз! My name is Pennywise. Я хожу как долбоёб. Может, ничего нельзя делать в этот момент? Я хз. Он какой-то ёбнутый.
Don't see it. Чё? Давайте я сейчас продолжу, видео посмотрю. Ок. Друзья, я вернулся. Короче, походу, мне нельзя смотреть на этого долбоеба. Так, и куда же мне вот это... Не могу использовать здесь. Не могу использовать здесь. А куда мне его использовать? А куда? Куда мне ебать этот уголь? Хуюголь. Ладно, пока я вообще не понимаю, в чем дело, что надо делать. Давайте думать. Куда же можно это гребануть? Думай, думай, Богдан. От твоих мыслей зависит. Все зависит от моих мыслей. Опять? А я его не вижу. Но он где-то здесь, да? Вот оно. То есть я на него типа не должен смотреть. Давайте подождем нахер. Все, хорошо. Я могу выйти обратно? Обратно выйти не могу, значит, надо что-то делать здесь, слава богу. Бо я бы там думал полчаса. Ну, допустим. У меня есть уголь. И куда же мне его ебануть? Хоть мясо поставил. Ага. Куда, блядь? Понял. Все окей, все окей. Ключ. Какой ключ? Это костяной ключ. Отлично. Интересно, а Пеннивайз, он... Пеннивайз или Пеннисвайз? Потому что если он Пеннисвайз, то это просто отлично. Если он Пеннивайз, ну... Ага. Все, мы типа... Блядь, тут походу по главам. Ладно. Это, походу, нам надо. Блядь, тут здоровый подвал. Гигантский, блядь. Еще гайка. Походу, эти гайки нам будут нужны. Ага, надо активировать. Ну, я понял, эти гайки нужны, чтобы активировать. Походу, вот сюда надо что-то. Red gear. Orange gear, понял. Еще два. Еще два, и мы активируем эту хуйню. Так. Ой, сука. Блять, нахуй! Беги, 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 бля. А мне на него типа не смотреть? Сучка. Ой, твою мать. Ты там где?
все, пропал. Блять. Пеннивайз. Гайку. Увидел гайку. Осталась одна. Одна единственная. Что за хуйня? Не знаю. Но признаться честно, я только что чуть-чуть охуел от увиденного. Но я не нашел одной гайки. Ага, статуя. Статуя. У статуи нету хуя. У статуи что-то внутри. Понятно. Здесь я это использовать не смогу. Так, что у меня? Грин. Ёпта. Да поставься ж ты, блядь. И как это ломать? Блядь. Опять этот дебил. Как использовать ее? Хз. Хз, короче, как мне ее юзать? Нет, надо здесь ворочаться. Надо что-то делать здесь, блин. Куда мне ее юзать-то? Тут ничего нету. Что-то внутри, блядь. А чем тебя проломить? Понял. Тогда что, блядь, с ней делать? Что такое? Все, приплыли? Ау. Блять, у меня игра тупо зависла, нахуй. Охуенно, охуенно, блять. Воу, блять, весело. У меня тупо игра залагала. Зависла и отключилась. В общем, весело, весело, я проходить заново не буду, это долго. В общем, ребят, давайте пока это все оставим. Если вам понравилась игра, хотите, чтобы я продолжил ее пройти, уже до конца пройду. Без проблем, мы потом продолжим с того же места и что-то попробуем. А на этом я буду с вами прощаться, друзья, всем пока, до новых встреч, ссылка на игру будет в описании. Всем пока.